Так, кстати, у нас тут есть еще ступенечки вниз. Тут у нас кровати и есть сундук. Ух ты, мы нашли бронзовый деньё, это, я так понимаю, деньги. И нашли жезл разрушения у разбойников. Так, вы уверены, что хотите разрушить? Если да, то постройки останутся, но все поселенцы исчезнут. Ну, тут, в принципе, и так никого нету. Так что мы можем отправляться дальше. Так. Давайте это куда-нибудь вот так вот спрячем. И отправимся на поиски новых жителей. И, наконец-то, нам удалось найти еще одно новое поселение. Так, давайте прочитаем, что тут у нас написано. А тут у нас ничего не написано, просто висит флаг один. Индийцы. Флаг второй, священная корова, я так понимаю, изображена. Давайте заберем себе флаг священной коровы. Так, я так понимаю, с этими людьми мы не будем торговаться мясом коровы. Так. Давайте тут осмотримся. Так. Название, население 10 человек. И мне, кстати, тоже написано, нечего строить. Может быть, они никого не хотят тут видеть, только своих. Так. В этом домике живут женщина и мужчина. Так, ну давайте зайдем, посмотрим, что здесь. Ну, как всегда, у нас закрыты сундуки. Тут такая вот ограда есть. Довольно-таки прикольно, кстати, сделали. Тут, по-моему, ограда больше, чем само поселение, мне так кажется, по крайней мере. Так, давайте осмотримся. Может быть, мы кого-нибудь найдем здесь. А вот, кстати, и первые жители. Так, стойте, стойте, я хочу с вами поговорить. Так, это купец. Он перевозит грузы между деревнями. Вы не можете взаимодействовать с ним. Так, ладно, давайте кого-нибудь другого поищем. Так, с ней мы можем торговаться. Так, чтобы нам отдать, давайте попробуем, да, давайте попробуем просто отдать без оплаты, для того, чтобы повысить себе репутацию. Так, ну курица у нас пропала. Давайте попробуем еще песчаник ей отдать. Я сейчас подойду. Хорошо. Так, булыжник, может быть, отдать. О, сахарный тростник давайте им отдадим. Принесет 72 репутации. Так, ну давайте посмотрим. Может быть, у нас тут что-то написано? Нет. Так, тут есть такая вот карта поселения, военная сила, информация об этом городе. Сундук, кстати, нам до сих пор закрыт. Ох, как бы мне этого не хотелось. Ну, давайте отдадим им один железный нагрудник и отдадим булыжник. Вот так вот. Надеюсь, вам понравилось торговать с нами. Хорошего дня. И вам хорошего, только репутация. Так, кажется, уже наступила ночь. Так, нам надо что-нибудь перекусить. Ох. Так. Ну, давайте поговорим с кем-нибудь другим. Так, вот этот житель доставляет ресурсы. Ну, и отдать ему мы ничего не можем. Лук мы можем ему отдать. Ну, давайте отдадим ему лук. Но что-то я не вижу, чтобы наша репутация в селе повысилась. Так. Кто здесь у нас есть? Использовать оружие ближнего боя. Выполнить квест у поселенца, который взять. И пока что у нас ничего не получается. Так, какие-то тут все жители неразговорчивые. Вот эта лошадка будет намного дружелюбнее, чем жители.
Так, сейчас мы уже приручим лошадку и пойдем поищем еще кого-нибудь, с кем можно поговорить. Так, отлично, мы получили достижение друг человека. Все, стой, 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 стой. Нет, он тоже не хочет с нами разговаривать. Так, а какое тут здание самое красивое? Вот это вот их не самое главное здание. Они доставляют сюда все ресурсы. Вот все они все что-то несут и несут. Так, это купец. Может быть, вот этот вот человечек нам поможет? Он тут еще с кем-то спорит. О, это глава поселения. Хотя вы несовершенны, мы признаем, что вы были хорошим соседом. Нам нравится ваша компания. О, круто. Но у нас еще слишком низкая репутация для того, чтобы нас научили сажать рис, куркуму и хлопок. Ага, вот оно что. Ну, значит так. Вы попали, ребята, я остаюсь жить с вами. И мы будем с вами дружить. И мы будем зарабатывать репутацию среди индийцев. Ну, а пока что всем пока.